Павлодарской области началась уборочная страда. Из-за летней засухи в этом году урожай не превышает 5 центнеров с гектара. Это в два раза ниже прошлогодних показателей. По данным специалистов, из-за неблагоприятных климатических условий в регионе пострадали 3 зерновых района. Также идет сбор раннего картофеля и заготовка сена. Для зимы животноводам региона необходимо больше 1 миллиона тонн кормовых. Пока собрали 400 тонн сенажа. Помощь какая будет оказываться? Естественно, списание посевов, если даже проводили, необходимо экономический ущерб посчитать. Соответственно, составлен список тех хозяйств, которые имеют кредиты в кредитных товариществах. Надо отметить, что в данном случае засуха повлияла на само состояние зерновых и масличных культур.